Марина Кривохижа – мать двоих маленьких детей. Она не понаслышке знает, как сейчас опасно на дорогах. И старается не отпускать свою старшую дочку-школьницу одну туда, где на дороге ее может ожидать несчастный случай. Вот буквально вот сегодня мы переходили вот здесь, вот дорогу, значит. Я шла с коляской и со школьницей с нашей. И, значит, с одной стороны нам машина уступает, а с другой стороны, как бы, девушка налетает буквально на коляску. Марина Кривохижа, как и другие родители, действительно не без повода переживает за безопасность своих детей. Ведь скоро 1 сентября, начнется новый учебный год, и дети перестанут быть под постоянным присмотром родителей. Но Славянская рота ДПС не остается в стороне от этого вопроса. И в этом году тоже проводит ставшую традиционной перед 1 сентября операцию «Внимание, дети». Целью данной акции является снижение детского дорожного травматизма. Просим всех водителей внимательно отнестись к проезду около учебных заведений, школ, детских учебных заведений с предоставлением преимущества движения нашим маленьким жителям города и района. Опасность на дороге есть всегда. Несчастные случаи происходят от невнимательности водителя или пешехода. По статистике, ежедневно в нашем районе 3-4 автовладельца не предоставляют преимущества при переходе дороги по зебре пешеходу. А это влечет за собой штраф в размере 800 рублей. 3-4 пешехода переходят дорогу в неположенном месте. И они тоже могут быть наказаны штрафом в размере 200 рублей. Но главное не то, сколько денег будет оплачено, а то, что из-за чьей-то халатности кто-то может лишиться жизни. Как ответственный водитель Вячеслав Кузнецов понимает, как важно быть вежливым на дороге. При возможности технического средства всегда пешеходам и пропуска на дороге, независимо, есть зебра или нет. И также, в частности, и для детей. Жизнь – это самое главное, поэтому надо уважать всех на дороге, и пешеходов, и тех, кто едет за рулем машины. Рузанна Ефремян, Евгений Белявский, Андрей Постовой. Программа «События».